Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашей еженедельной рубрике «Совет от ангелов». Совет от ангелов – это возможность и время для нас услышать наставления, напутствия и слова, которые будут нашим путеводителем от наших небесных помощников. Наш ангел-хранитель и ангел-наставник всегда рядом с нами. И они хотят участвовать во всех сферах нашей жизни. Они грустят, когда мы забываем о них. Они грустят, когда мы перестаем обращаться к ним и благодарить их. Они живут и проявляются только тогда, когда участвуют в нашей жизни. Им именно для этого сотворил их Всевышний, чтобы мы не были никогда одинокими. Наши ангелы – это наша команда мечты. И они знают, через что вы проходите прямо сейчас. Они знают то, в чем вы нуждаетесь прямо сейчас. О, я делаю намерение, чтобы совет на этой неделе был ценным, актуальным и важным для каждого. Дорогие ангелы, мы нуждаемся в вас, в вашем наставлении. И на этой неделе выпадает совет: слушай свой внутренний голос. Слушай свой внутренний голос. Ангелы говорят: следуй за мудростью своего внутреннего голоса, который направит тебя на пути любви и света. Слушай свой внутренний голос. Очень важный совет, дорогие. Потому что у нас... Недавно одна подписчица написала: «О, я хочу учиться в твоей школе, но меня мучают сомнения». Или часто пишут: я хочу приехать на семинар, но что-то меня останавливает. И в этот момент, дорогие, я задаю вопрос: кто хочет приехать на семинар? Кто хочет учиться в моей школе? И второй: и кто сомневается, и кто это откладывает? Видите, у нас всегда два голоса. И один голос идет из головы, из ума, а другой голос из сердца, дорогие. И это не только касаемо моей школы или обучения, или семинаров, это всегда. Например, вы что-то увидели, и, например, ваше сердце говорит: пригласи свою семью вот отдохнуть в этом месте, проведите выходные в этом месте, и он включается: нет, нужно экономить, и то надо, и это, и это, и внутренний голос заглушается. Или, например, внутренний голос говорит: в этом году прояви благотворительность, помоги кому-то финансами, или будь благотворительным, будь добрым с кем-то, подари кому-то что-то, такой порыв, такой импульс. И другой голос говорит: нет, это будет слишком расточительно, это не мудро, кто так поступает в это сложное время. Друзья, все время эти два голоса внутри нас. И мы должны понимать следующее, что голос нашего ума – это голос нашего эго. Потому что наше эго – это как скафандр, который сохраняет то, что у нас есть, и защищает нас от всего мира. И он не пропускает ничего внутрь нас, чтобы сохранить нас в том состоянии, в котором мы находимся. Поэтому люди эгоистичные очень часто закрыты к новой информации и тем более какой-то коррекции или, не дай бог, критики, да, даже которая дает результат позитивный, да? Вы должны это понимать. Но Творец, Всевышний, всегда говорит через сердце. Наше Высшее Я говорит через сердце. Ангелы говорят через сердце. Вот этот импульс, который говорит: подари кому-то что-то, это всегда от Бога, когда это идет из сердца. Вот этот импульс: иди на эту учебу, посети этот семинар, это из сердца, это от Высшего Я, это от Бога. Вот этот импульс: проведи время с семьей, несмотря, но потом включается ум: нет, 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 нет. Вы понимаете, о чем я говорю? Или этот импульс говорит: вот тебе нужно поменять место работы или поменять место жительства. Или тебе импульс говорит: с этим человеком какой-то проект вместе сделать. Или быть послушным какому-то наставнику, он говорит: да нет, 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 не надо никому быть послушным. Дорогие,
Вот этот внутренний голос, это всегда голос светлых сил. Следуй за мудростью своего внутреннего голоса, который направит тебя на пути любви и света. Всевышний говорит через сердце. Ангелы говорят через сердце. Наше Высшее Я говорит через сердце и ведет нас в лучшие варианты нашей жизни, где нас ждут лучшие события. Друзья, учитесь слушать голос своего сердца. Учитесь слушать свой внутренний голос и не позволяйте голосу ума, голосу эгоизма. Не позволяйте этим тараканам из головы съесть этих бабочек из сердца. Дорогие, и на этой неделе проверьте свою жизнь. Может быть, вы заглушали этот внутренний голос сердца. Дайте ему свободу. Послушайте то, что говорит вам Всевышний через сердце. Послушайте то, что говорят ангелы через сердце. И вы переживете великое благословение. И чтобы закрепить действие этого совета, напишите, пожалуйста, короткую молитву под этим видео. Дорогие ангелы, научите меня всегда быть послушным этому внутреннему голосу. Научите меня слышать и слушать мое сердце, через которое говорит Всевышний. Я верю, что у вас получится. Я верю в вас больше, чем вы верите в себя. Будьте благословенны. До новых встреч!